Корь не только детское заболевание, как многие привыкли считать. Восприимчивость к ней составляет почти 100%, а значит, каждый в зоне риска. Взрослые тоже уязвимы перед так называемыми детскими инфекциями. Их поствакцинальный иммунитет с годами может угасать. А разнообразные хронические соматические заболевания и вредные привычки мешают взрослому организму эффективно справляться с инфекцией. Взрослые довольно часто болеют тяжело с развитием осложнений. Пневмония, поражение мозга, слепота и глухота, рассеянный склероз, поражение почек. Они могут стать причиной смерти. Лучший способ избежать крайне негативных последствий кори – вовремя пройти вакцинацию. Детям проводят прививки планово в 1 год, а ревакцинацию – 6 лет. При нарушении сроков иммунизации первая прививка может быть введена ребенку в любом возрасте, а вторая – после 6 лет, но не ранее, чем через 3 месяца после первой. Взрослым, непривитым, неболевшим и привитым однократно прививки против кори проводят до 35 лет, в отдельных случаях – до 55 лет. Экстренная вакцинация проводится в очаге кори независимо от возраста всем контактным, кто не болел корью, не привит, привит однократно или не имеет сведения о прививках. Такая вакцинация проводится в кратчайшие сроки с момента выявления больного – в течение 72 часов.